Отработали с руководством и Краснодарского края, и города Сочи, и с руководством субъекта в Крымском федеральном округе. Все мероприятия, эти мероприятия, безусловно, дали эффект. В этом году чище вода в море, хотя мы в два раза увеличили плотность отбора проб воды в море, в реках, которые стекают в море. И заболеваемость не превышает среднемноголетний уровень. И я абсолютно ответственно заявляю, что отдых в Сочи в этом сезоне и отдых в Крыму в этом сезоне был безопасен для здоровья и остается таковым сегодня.